мне не удалось понять, как мы делаем переход от семинара. Там вроде бы было ясно, как работать с товарищами. А сейчас почему нет? Когда я слушаю то, что он читает, я не могу понять, где мои усилия. Что мы вместе пройдем те самые этапы, о которых говорится в Зоар. Я не понимаю, но это не важно. Главное, чтобы я вместе со всеми захотел, чтобы книга раскрылась. Книга закрыта на множество замков. Я хочу, чтобы они начали раскрываться. Нам. Нам. Как единому целому. Поэтому вроде бы единое действие чувствую как статическое. Это не как в круге. Нет, я все время ищу как больше и больше с помощью каких слов, каких мыслей, какого объединения между нами, как мне попросить, чтобы это раскрылось. Потому что когда это раскрывается, это значит, что я нашел какое-то правильное сочетание между нами, нас, правильное сочетание нас. Как можно более близко к духовному, мне удалось определить. И тогда высший свет действует на это. Скажем, здесь высший свет, который светит первой духовной ступени. И мне необходимо под ним провести наши желания, разбитые, но чтобы они, эти желания, были подобны свету. И тогда, когда он воздействует над ними, они сливаются между собой и сливаются со светом. Это как отпечаток, когда отпечатывают какую-то форму, какую-то печать. И высший свет помогает мне. Если я пытаюсь, он как бы мне излучает сверху, он дает мне ощущение, он показывает, где я еще не в точности под ним нахожусь, где есть разница еще между нами. Не хотим. Ищем.